Депутат блока коммунистов-социалистов Раду Мудряк пришел сегодня в антикоррупционную прокуратуру, чтобы ответить на вопросы прокуроров. Накануне он был лишен депутатской неприкосновенности по запросу генпрокурора, который объявил, что законотворец фигурирует в уголовном деле об отмывании денег в особо крупном размере. Сам социалист говорит, что был честным человеком и останется им. После слушаний социалист Раду Мудряк заявил, что не сможет покинуть страну в течение следующих 30 дней, поскольку ему присвоен статус обвиняемого. Прокурору Софаку Датория Мянаинтат статуту динвинуит. Материальный кумулем бадут, урмядзек по вокации шажем сели студент, и эвидент, фос аппликата масура де ану параси цар. Nu am văzut încă nimic, pentru că n-am luat încă cunoștință cu cele înaintate, din fugă pe diagonală ce am reușit să văd. До слушаний социалист Раду Мудряк заявил, что будет стоять на своем и всегда будет говорить, что думает. Eu am declarat ieri foarte bine și foarte clar ce am avut de declarat. Rămân pe pozițiile care au fost declarate, vedem mai departe ce să spun. Însă asta n-a să mă limitez niciodată să spun ce gândesc și ce consider că e corect de spus în Pentru asta și-am fost ales. Și-am fost corect toată viața și mă stăru să fiu corect și mai departe. Председатель парламента Игорь Гроссу заявил вчера в начале пленарного заседания, что по согласованию с временно исполняющим обязанности генпрокурора Дмитрием Робу возбуждено уголовное дело в отношении депутата блока коммунистов-социалистов Раду Мудряка, а также других лиц. Таким образом, решением 56 депутатов Раду Мудряк остался без депутатской неприкосновенности.